ребята. Мне тоже ж ребята. Но... Сейчас скажу. В Аргентине покажу тебе сериал. Да, вон пускай хуйла пофотографирует. Скажи, что это Путин висит. Путина повесили, блядь. Да, пидораса, блядь. Такой же, как в Краснограде висит, потому что я тоже, ребят, проезжал. Побежал. Постоянно. Мы их достойно встретим и будем до последнего каждый из нас сражаться за то, что мы имеем нашу нынешнюю Украину. Я думаю, долго это происходить не будет. Все имеет свойство заканчиваться и отступать мы назад не будем, потому что мы на своей земле. Так какие мы нацисты, если мы у себя дома, а человек обвиняет в том, что мы нацисты, который пришел и, ну, скажем так, издевается, да, там над людьми, да, и погибают также мирные люди, дети и тому подобное.